В советские времена экономика малых городов, как правило, базировалась на работе одного-двух промышленных предприятий. В Егорьевске таковыми были хлопчатобумажный комбинат и завод «Комсомолец». Их история завершилась с распадом Союза. Новая история промышленности Егорьевска пишется на наших глазах. Главу «Кронашпан» пропустить невозможно. Мы в гостях у генерального директора предприятия Ардашера Курбаншо. Ардашер, «Кронашпан» для нас результат инвестиций первой волны. Как сейчас выясняется, именно она была самой успешной. Почему Егорьевск? Как все сошлось? Мы пришли сюда, когда уже знали, что здесь находится несколько иностранных компаний, и представляли себе район достаточно четко, потому что просмотрели, вероятно, 6 или 8 районов Московской области. Во-первых, воспринимали несколько областей центральных, сошлись на том, что порядка больше в Московской области. Затем, если вы подумаете, Московская область и Москва – это фактически европейское государство одно, средненькое такое. Иметь под боком в 100-200 километрах от себя такой рынок – мечта поэта. Поэтому я думаю, что это раз. Второе, не забудьте, что в то время главой Думы был Валерий Евгеньевич Аксаков. Я думаю, что без помощи таких людей, как Аксаков, Михаил Трофимович Лавров, просто такого рода проекты не могли бы состояться как тогда, так и сейчас. Это вот меня глубокое уважение вызывает эти люди. Они правильные были очень чиновники и правильные очень люди. И вот благодаря таким людям, их поддержке это состоялось. Это не потому, что там они были большими начальниками. Нет, абсолютно. Вот сегодня как бы Валерий Евгеньевич не является руководителем Думы, но мое уважение к нему абсолютно большое сохраняется, потому что такого рода люди, они вот такого рода инвестиции и могут, как бы, они сопоставимы, большие инвестиции, большие люди. Я вот все время отношусь к своему деду или дедам, своим и маминому отцу, и папиному отцу. Я всегда воспринимал людей их с детства как скалы. Знаете, вот сейчас люди мельчают. Есть такой момент. А тогда это были скалы. Вот прям вот восприятие человека как скала. От его слово менялось много вокруг. Вот Валерий Евгеньевич и Михаил Трофимович — это такие же скалы. От того, что они делали, они старались, они пытались изменить мир вокруг себя. И вот то, что мы здесь с вами создали в чистом поле производства, 800 человек работают, в день производства 80 вагонов продукции, это вот такие большие инвестиции, только большими людьми можно, или при помощи больших людей можно сделать. Ардашер, вот вам предлагает возглавить «Кронашпан» Егорьевск. Что вы подумали в тот момент? Какова ваша была первая реакция? Ничего я не подумал. Я доктор по образованию. Для меня это первый завод в моей жизни. Говорят, что он большой. Я не знаю, это большой или маленький. Это первый завод в моей жизни. И все. Он большой? Не знаю, наверное. Ну хорошо. Вот вы в Егорьевске в первый раз. Все же когда-то бывает впервые. Как складывался тот день? Каким запомнился? Было холодно, темно, не было ни одного места, где можно выпить кофе. Я подумал, ни за что. Нет, это совершенно разные. Нет, город был крайне облезлый. Сейчас это, в общем, Лас-Вегас по сравнению с тем, что было. Для того, чтобы понять, насколько сильно изменился город, надо просто помнить, что было в 2002 году. Это был достаточно депрессивный город с достаточно высоким уровнем безработицы. Это город, с которого население садилось рано утром в автобусы и электрички и уезжало искать работу в Москву. И работало в Москве. Да. Сейчас вы можете посмотреть электрички. Они пустые. Уровень безработицы безобразно низкий. Просто безобразно. Меня возмущает. 0,4% безработицы — это безобразие, по моему личному мнению. Михаил Трофимович с гордостью всегда на отчетных собраниях в администрации говорил, меня это вызывало возмущение всегда. Я говорю, Михаил Трофимович, этим гордиться нельзя. Но нет, ему-то можно было этим гордиться, а мне крайне сложно работать, когда никого нет, желающих прийти в город. Ну, правда,
я думаю, что изменилось само понимание ее администрации. Есть замечательный предприниматель в районе, господин Вялышев, который строит без устали дома. Я просто не устаю восхищаться им и восхищаться тем, что в нашем районе администрация пытается помочь как можно больше земельных участков им дать, чтобы они построили жилье, и тогда есть надежда, что сюда придут свежие люди, свежие руки, свежие головы. Нам для того, чтобы район развиваться, нужны новые люди обязательно. Без людей не бывает развития. Вы ведь представляете Кронашпан на разного рода форумах. Вот представьте, Ардашир, у вас минуты 2-3, а вам надо рассказать о предприятии. Как бы вы построили свое выступление? Ну, вообще, Кронашпан — это семейная австрийская компания, которая больше 100 лет, и которая производит продукцию, перерабатывая низкосортную древесину или фактически древесное сырье, которое является отходы производства других переработчиков древесины. И мы из этого делаем такую продукцию, которой я лично горжусь. Мы производим красоту. Это та мебель или те элементы интерьера, которые мы с вами в доме имеем. И еще мы производим продукцию, которая позволяет нам быть свободными людьми. Это ОСБ-плита, которая позволяет построить дом в любой точке мира, где ты хочешь, и у тебя теплый, красивый, удобный, уютный дом, независимо даже от коммуникаций. Такие дома вполне возможно строить далеко от коммуникаций, которые вот обычно люди привыкли там. Они хотят иметь воду, электричество. Это все можно сделать так, чтобы эти дома были автономно работающими. То есть я горжусь тем, что я произвожу красоту и свободу. Каждый день с утра до вечера. Как не вспомнить Плутарха, который говорил, что есть три способа ответа на вопросы. Первое – сказать необходимое. Второе – отвечать с приветливостью. Третье – наговорить лишнего. У вас идеальный баланс между первым и вторым. Спасибо. Едем дальше. Вы на Кроношпане с 2002-го. С какими надеждами тогда начинали? Какие планы строились? Я не знаю. Я каждый день живу этим. И для меня это моя жизнь, я не знаю. Я не строю каких-то надежд или там планов на 10 лет вперед. Но я не заметил, что 10 лет прошли, пока мы наконец-то от первой линии до последней построились. То есть вот такого рода большой проект занимает в среднем 10 лет, оказывается. Долго или это коротко? Не знаю, для меня это как 2 дня. То есть мы вот вчера я приехал в Егорьевск, вчера еще негде было кофе выпить. Теперь у нас прекрасный город с боулингом, с фитнес-клубами, со стадионами. Кстати, с единственными в Московской области с маленькими мини-футбольными полями при школах. Только в Егорьевске такое есть. Мы, правда, помогали. Это одна из наших, так сказать, работ. Ардашир, прошлым летом в гости к вам губернатор региона. Что смотрел? О чем спрашивал? Что говорил? Буду нескромным. Это третий губернатор. Вы знаете, что приятно, что на каждого из этих губернаторов производство производило впечатление. И впечатление производило это тем, что для меня казалось нормой уже. У нас чисто, аккуратно, нет просто болтающихся людей без дела. Это впечатляло людей. И им понравились, конечно, те продукты, которые я сказал, которыми я горжусь, что мы делаем. Это красота. И она не может не поражать людей. Красота — это такая вещь, которую приятно и производить, и показывать людям. Вот как один Кроношпан трех губернаторов встретил. Кажется, года не прошло, а многое поменялось. И кажется, живем в иной реальности. Я имею в виду падающий рубль, дешевеющая нефть и очень непростое положение в экономике. Что вы обо всем этом думаете, Ардашир? Я думаю, что все абсолютно логично. По большому счету, да. Мне все время было стыдно и до сих пор стыдно, что средний Егорьевский, мой коллега,
процентов на 40 работает менее эффективно, чем средний мой коллега из Чехии, Словакии, Германии. Но мы же не на 40% хуже, как люди. Совсем нет. Поэтому мне стыдно. Я вот тем, что произошло с нами, я вижу в этом некую логику, что мы не имеем права зарабатывать так много денег, не делая для этого то же самое, что и другие, тот же средний немец или средний чех или средний словак. Но это неправда. Это неправильно, и, скорее всего, вот эта логика событий, она просто логика того, чего есть. Почему мы должны зарабатывать, работая на 40% хуже, лучше, чем среднерумынский коллега мой, или болгарский, или чешский? Мы зарабатывали, средний наш персонал, который в Егорьевске, зарабатывал больше, чем чешский работник нашего же предприятия. А тот был на 40% эффективнее. Ну, это же неправильно. Вот жизнь поставила все на свое место. Да, это вызов, с одной стороны, но с другой стороны, это очень сильно помогает российским производителям. А я считаю, что мы абсолютно 100% российский производитель. И мы сейчас можем поставлять продукцию куда угодно. В Соединенные Штаты можем экспортировать. Раньше оттуда приходил товар, теперь мы можем им поставлять. И я этим тоже горжусь, то, что мы продаем около 35% нашей продукции за границу, экспортируем. Это показатель. Вообще развитая страна, чем больше страна экспортирует, тем более она развитая. То есть для вас это такая ситуация, что не было бы счастья, да несчастье помогло? Ну, это не то, что несчастье. Я думаю, что это логика события. Так и должно было быть. Потому что так не может. По сути дела, да. Не может быть. Вы не можете жить на широкую ногу, не зарабатывая на это. Как известно, Кронашпан вынужден прибегать к вахтовому методу. По-вашему, это выход или паллиатив? Я надеюсь, что господин Вялышев будет настолько эффективен, что сюда будет все больше и больше людей приезжать. Я практически уверен, что северные части страны будут вахтовыми, в отличие от того, что они сейчас. Сейчас, скажем, взять город Воркута. На таких высотах или широтах люди не должны жить. И высотах, и широтах. Да, не должны жить. Это нереально. Да, они могут туда приезжать вахтовым методом работать, но чтобы детские садики, школы, дома, институты были. Ну, это, по-моему, это перебор, по-моему. При Советском Союзе это могло быть. Был другой тип страны, и она по-другому немножко развивалась, может быть. А сейчас я не вижу необходимости в этом. Люди могут жить в комфорте, семьи. А мужчины могут ездить и работать и в суровых условиях. Я надеюсь, что те хорошие кадры, которые мы находим в других областях Российской Федерации, вот эти, то, что вы сказали, вахтовики, им понравится наш город, и они перестанут быть вахтовиками, а купят себе квартиры в домах, которые построил господин Вялышев, и станут егорьевцами. Кстати, Ардашир, это наша, идея на самом деле. Замечательно. Ни одно предприятие района не может соперничать с Кронашпаном по количеству домыслов и слов. Да, мы мифопроизводители. Как вы думаете, почему? Я думаю, что потому что мы просто большие. Больше ни из-за чего. И еще есть некий зрительный эффект. Мы, во-первых, очень хорошо освещены. И когда вы едете зимой, летом, когда бы угодно. Трудно не заметить. Трудно нас не заметить. Мы также освещены, мы лучше освещены, чем город. И нас видно хорошо. А. И Б. Если вы посмотрите, то вот этот продукт наш, который мы используем, дерево, мы же его сушим. Народ, который воспринимает то, что валит из наших труб, как дым, на самом деле это пар. Причем пар, который получается от сушки естественной древесины. То есть мы ничего не добавляем, никаких клеев. Вот мы просто берем дерево, пришедшее из леса, у которого влажность 60-80%, и сушим его до 2-3% влажности. Соответственно,
тонны воды уходят в небо, и их видно. Их видно с любой точки района, города, я думаю. И поэтому это нельзя не заметить. И, скорее всего, это обрастает мифами там такими. За сколько лет? С 2004 года, когда предприятие начало работать, мы ежемесячно находимся под достаточно жестким контролем санитарных врачей, которые, вне зависимости от нас, когда хотят, сами, по программе или по жалобе жителей, могут выехать и делать замеры. И вот за все эти годы превышений никаких не было обнаружено. При том, что мы при полной загрузке и при полном развитии производства где-то 30-40% от ПДК, от разрешенных выбросов, достигаем только 30-40% всего. То есть реально у нас еще было бы там 60-70% ресурсов, резервов на выброс всего, что возможно, то, что разрешено. А мы всего в 30-40% от этого находимся. А вас не расстраивает такое положение вещей, я имею в виду обилие домыслов и слухов? Вы знаете, я пытаюсь с этим бороться разумными вещами. Один из этих методов – это наша с вами беседа. Я надеюсь. Да, я так думаю. Понимаете, меня несколько удивляет, есть такое очень хорошее слово, называется обывательщина. Когда ты специалист, у тебя нет иллюзий никаких таких, знаете, или каких-то фантазий. Если ты доктор, и ты смотрел ребенка, у него аппендицит, то очень холодно, четко ставишь диагноз, берешь ребенка на операционный стол, оперируешь его, вылечиваешь его. А когда ты обыватель, ты не знаешь тему, ты придумаешь, что только не придумывали. Я уж не говорю о том, что глупости страшные, конечно, там всякие говорят, там зеленый снег, что только не придумывали. Я уже с этим... Вы коллекционируете это дело? Я некоторое время собирал, но просто уже устал от этого. Но надо сказать, что у нас... Я решил такую вещь сделать. Я, наверное, года два, как снимаю небольшие сюжеты о Кронашпане, показываю по кабельному телевидению в Егорьевске, а вот теперь буду еще показывать в поселке Новый. Это о том, как мы живем, о наших отделах, о наших людях, об экологии. У нас на территории живут 17 ланей, допустим. Вы знаете об этом? Нет, от вас вот узнаю. Напротив, вы когда выйдете, посмотрите, 17 ланей живет у меня. У меня каждый год здесь селится семья соколов на сушилке, где, кстати, пар валит. Я тоже хочу посмотреть. Мы вам фотографии можем показать. А так летом мы можем даже пригласить вас и можно сфотографировать гнездо. Эта семейка откладывает постоянно. Причем в одном и том же месте, на одной и той же ферме, в одной и той же части нашего предприятия. Лисы огромное количество. Там, где у нас дождевая канализация, где дождевые воды отходят. У меня постоянная, раз в 2-3 года проблема с бобрами. Они строят плотины. Это тоже такая головная боль, знаете. Вот я, конечно, не рассказываю про такие вещи, но вот, скажем, зная вот такие вещи, можно было бы понять, насколько мы экологически опасны или не опасны. Да, конечно, мы как большое предприятие не производим кислорода, да, скорее всего, мы его потребляем. Да, нам приходится сушить огромное количество древесины ежедневно, и это в виде облаков мы производим. Я всем рассказываю, что Кроношпан, кроме плитных материалов, производит облака. И это тоже видно, кстати. Ардашир, я ведь не случайно использовал медицинский термин «паллиатив». Вы ведь врач, дипломированный хирург, выпускник медицинского института Душанбе. Шутка ли? 6 лет хирургии. Да я в школе еще ходил в институт медицинский, на кружок детской хирургии, еще школьником. Поэтому, я не знаю, мне мама врач. Может быть, поэтому. Но я совсем был еще маленьким, когда знал, что я хочу. Это большое, к счастью, счастье. Потому что иногда взрослые люди, большие, уже кончают школу, не знают, чего они хотят в жизни. Это очень важно, знать, что ты хочешь в жизни, это важно.
И вдруг уход из медицины? Или не вдруг? Как вам далось это решение? Ну, знаете, это было давно. Хирурги – люди решительные. Тем более, что я уходил, занимался туристическим бизнесом специализированным. Я перешел в охоту. Я занимался подготовкой такой специализированной охоты на Памире. И уговорил меня мой коллега и друг, доктор-невропатолог Юрий Матисон, да. Он мой коллега и мой одноклассник. Мы с ним учились 5 лет на одном курсе. Я потом ушел в хирургию на 6-м курсе, а он ушел в неврологию детскую. Ну вот, неисповедимы пути Господни. Еще про медицину. В прошлом году служба скорой медицинской помощи отметила 75-летие. Через газету «Знамя труда» сотрудники скорой благодарили всех, кто помогал в организации юбилея. В числе тех, кто помогал – Кроношпан. Я не сомневаюсь, что если полистать подшивки местных газет, то можно найти немало подобной информации. Как вам роль шествующего? Ну или, как сейчас принято говорить, социально ответственного? Я не считаю это ни шествием, ни социальной ответственностью. Я считаю, что это часть нашей жизни. Мы живем здесь, и для нас самих очень важно то качество жизни, которое вокруг нас с вами. Я, когда с самого первого дня стараюсь все, что связано с Егорьевском, неважно, что бы это ни было, детский садик, школа, амбулатория, и, там, станция скорой помощи, делать так, чтобы именно местные или бизнесмен, неважно. Если мне, у меня будет выбор подписать контракт на выполнение какой-либо работы с партнером, который находится в Воскресенском, Ореховизуйском, Шатурском или Егорьевском районе, я вообще даже не рассуждаю на эту тему. Если дороже даже будет, это будет Егорьевский бизнесмен, потому что я знаю, что оплатив деньги Егорьевскому бизнесмену, мы с вами увидим приложение этих денег в Егорьевском районе. Для нас с вами будет лучше дороги, лучше магазины, лучше полки. Все, что мы с вами локализуем в нашем любимом родном районе, позволяет нам лучше просто жить. Наше качество нашей с вами жизни будет улучшаться. Поэтому, когда речь идет о помощи медицинским учреждениям, а мы специализируемся, ну, я как доктор стараюсь моим коллегам помогать, и еще о детях. Дети – это вот наша специализация. Дети и врачи. Ну, вот, скажем, что там, всякие детские учреждения, там, скажем, с проблемными детьми особенно, мы каждый год помогаем. Обязательно в Егорьевском районе, неважно, это в самом Егорьевске или на территории района, мы стараемся помогать всем этим детским учреждениям. Не было ни одного детского учреждения, которое бы обратилось к нам за помощью, и мы ее бы не оказали. Я просто не знаю такого. А мы, вот сейчас, в настоящее время, мы ремонтируем амбулатории в поселке Новый. Молча. Я вообще не очень люблю об этом говорить. Мы должны это делать, по-моему, молча, тихо. И так естественно, как дышать. Да, поэтому, я еще раз повторяю, это естественное, по-моему, состояние должно быть для каждого человека, который здесь живет. И поэтому я в этом не вижу особой такой заслуги. Вы знаете, мне себя уже хочется поздравить с тем, что наша встреча состоялась. Я имею в виду тот факт, что у вас очень сложно застать на месте. Ваш личный график как далеко распланирован? 3 месяца. Вот так. А если говорить о горизонтах планирования, какой вы представляете свою жизнь лет через 30? Я не представляю, что я буду жить через 30 лет. Я не хочу так далеко смотреть. Ладно, а если бы можно было вернуться в прошлое, в какой момент своей жизни вы бы вернулись, чтобы, может быть, что-то сделать по-другому, что-то исправить? Или даже если ничего не менять, просто вернуться и прожить это снова, еще раз? Ну, наверное, очень интересное время было, когда я был маленьким, меня воспитывал дед. Ну, вот эти вот большие люди,
И деревья большие. Ну, даже не деревья, а именно люди. Деревья это... Они всегда были большими и будут. А вот люди, они все мельче и мельче. Чем больше ты живешь, тем меньше видишь больших людей. Я бы очень хотел вернуться вот в это время. Может быть, мне было бы больше чего спросить у деда. И все. Других людей я не хотел бы особо много спрашивать. Вы знаете, у рожденных в СССР язык не повернется называть вас иностранцем. Хотя по факту много лет так это уже и есть. Поэтому я спрошу вас ровно о том, о чем спрашиваю всех наших иностранцев. Есть ли то, к чему здесь за все эти годы вы не привыкли, не хотите привыкать? Из принципа «не принимаю я это» и все. Вы знаете, ну вы правы. Для меня это родина, и это для тех, кто вырос просто позже или появился позже. Это восприятие этой территории как некой такой дискретной территории. Для меня это единая территория, начиная там от Калининграда до Владивостока, там, и начиная от Мурманска, кончая там Кушкой в Туркмении там, или на границе с Афганистаном в Таджикистане. Это одно пространство. Оно было, есть и будет. И оно не связано с СССР, это пространство было таковым еще до этого. На Памире, откуда я родом, в 1895 году стоял казачий пост. И служили там казаки и офицеры русские. Русские офицеры с финскими фамилиями, потому что Финляндия была частью Российской империи. И даже я знаю историю девочки-сироты, которую офицер русский удочерил и вырастил эту девочку. Она выросла в Хельсинки, но на территории Российской империи. Поэтому для меня это одна территория. И что мне, наверное, не нравится сейчас, что мне казалось, что было правильно раньше, потому что мы были... Я не думаю, что мы стали менее патриотичны, чем раньше. Для меня это вообще иногда меня шокирует восприятие людей своей родины о том, что, во-первых, она стала менее промышленной, менее производственной. Это меня расстраивает, потому что сила страны в том, что она делает, что она производит. Если взять территорию Германии, разделить на количество предприятий, которые располагаются на территории Германии, взять то же самое сделать с нашей страной, то мы живем в пустыне. Мы живем в стране крайне малоиндустриальной, малопроизводящей что-либо. И я надеюсь, что люди вот в такие тяжелые времена наконец-то начинают поймать, что если ты хочешь быть независимым, сильным, ты должен многие вещи делать сам, ты должен производить, ты должен быть эффективным и полезным. И я надеюсь, что такие вот уроки судьбы, может быть, изменят ментальность многих людей, потому что это очень важно, чтобы молодые люди понимали, что просто так ничего не дается. Что то, что восприятие было того же советского, но это не просто так. Это именно результат труда дедов, отцов. И причем я когда говорю, что большие люди, потому что когда мне дед рассказал, что они построили 525 километров дороги за 5 месяцев руками, и полуторка проехала эти 525 километров в горах, а потом я видел, как люди в течение 7 лет не могли 12 километров дороги построить в горах, я понимаю, что проблема не в технике, проблема в людях. Проблема в людях. Большие люди, сильные люди, которые любят свою страну, не могут великие вещи делать. А те, кто безразличен, которые мелкие, они, наверное, не могут ничего добиться. Это и обидно. Хочется, чтобы вот это изменилось.
В свое время Солженицын задавался вопросом, как нам обустроить Россию. С чего бы начали это обустройство вы, Арташир? С дисциплиной. Знаете, на самом деле, все, что необходимо, это достаточно элементарные и простые вещи. Это вообще очень базовые вещи, все, что вокруг нас творится. Успех всего базируется на простых вещах. Это хорошее образование, дисциплина и стремление к чему-нибудь добиться. Если, знаете, я когда ищу каких-нибудь коллег будущих для каких-нибудь там проектов, я не всегда пытаюсь найти человека, который получил даже профильное образование, потому что, к сожалению, с этим большие проблемы. Я пытаюсь найти человека, у которого в глазах есть огонь, который хочет чего-нибудь в жизни сделать, который хочет изменить вокруг себя пространство. Вообще, самое важное – это активные, меняющие мир вокруг себя люди. Если бы таковых было больше, у нас была бы другая жизнь. А как вы думаете, вот избитое, уже ставшее банальным изречение Тютчева «в Россию можно только верить, у нее особенная стать» и так далее, у России действительно свой особый путь? Или нам так просто нравится про себя думать в сладком приступе племенной исключительности, как говорил Выгодский? Не знаю, это очень такой, очень сложный, наверное, девиз. Я люблю более простые девизы. Кто не работает, тот не ест. Знаете, на моего иностранного босса произвел огромное впечатление. Это один из приказов Иосифа Виссарионовича Сталина в одной из самых тяжелых времен, во время войны. Приказ назывался «Ни шагу назад». Я его лично нашел, прочитал. Меня вот такие лозунги больше прельщает, такие как, ну, кто не работает, тот не ест. Ну, мне, кстати, висит в офисе этот девиз. Я не считаю, что мы каким-то особенным обладаем менталитетом, особенным каким-то или азиатским, или европейским. Я думаю, что это... Нам так нравится про себя думать. Ну, может быть, так проще себе простить что-нибудь. Совершенно верно. Быть менее требовательным к себе. А надо быть требовательным к себе. Если бы у вас была возможность отправиться на 3 дня на необитаемый остров, какие бы 3 вещи вы бы с собой взяли? Книгу, фильм, что-то еще? Книгу обязательно. Но остальное время я бы постарался выспаться.